Терапевт – первый врач, с которым сталкивается человек, обращаясь в поликлинику. Важность и сложность работы специалиста первичного медицинского звена высока. Именно терапевт осматривает пациента, направляет его на обследование или при необходимости к узкому специалисту. Он работает с организмом в целом, поэтому должен знать все. Первое основное качество было, есть и остается – это профессионализм. Но есть масса других качеств, без которых врач-участковый терапевт будет не столько профессионален, как бы мы этого не хотели. Это коммуникабельность, это терпение, это постоянное желание учиться, учиться и учиться, соблюдение этики и деонтологии. Для терапевта важно умение выслушать человека, понять его проблему, выявить возможную причину недомогания и назначить грамотное лечение. Ведь хороший врач лечит не только делом, но и словом. Ну, общение, в первую очередь, человеческое. Пусть, ну, естественно, придешь, если общение хорошее и результат хороший. Сегодня существует острая нехватка специалистов общей медицинской практики в поликлинических учреждениях. Хороший терапевт – это врач с большим опытом, преданной профессией и постоянно развивающий себя. Терапевтом становятся те врачи, я так понимаю, это люди, у которых преобладает инстинкт альтруизма. Те, которые хотят поделиться чем-то. Это может быть знаниями, это может быть опытом, это может быть какой-то определенной поддержкой, это может быть какое-то внимание, доброта, любовь. Из-за нехватки профессиональных кадров терапии на врачей сильно возрос поток пациентов. Порой у специалиста не хватает времени для полноценного осмотра, особенно если это новичок в профессии. С моей точки зрения, человек должен обязательно поработать именно в первичном звене, именно в поликлинике и, может быть, именно участковым врачом. Он должен понимать, как строится вообще вот оказание медицинской помощи там внизу. Мы иногда называем это окопы, это самая передовая. Как показывает практика, далеко не все выпускники медицинских вузов стремятся на передовую. Сегодня терапевт не самая популярная специальность в медицинском мире, а жаль. Хороший терапевт – это универсал, мастер и многопрофильный специалист.